Привет, дорогой зритель! Сегодня я хотел бы тебе рассказать о интересном проекте, который называется Study Doggy. Study Doggy – это перспективный проект, который регулярно развивается. Он впереди уже многих проектов, которые выходили вместе с ним. Что делает Study Doggy? Первое – это глобальное поглощение. Study Doggy будет размещен на рекламных счетах по всему миру. Планируется, что реклама будет на Таймс-сквере, площади Пикадилли и Сибуя. Также можно получать вознаграждение, удерживая токены в кошельке. 3% от каждой транзакции распределяется между всеми держателями Study Doggy. В целом, чем дольше удерживает инвестор токены, тем больше процентов он получает. Также будет хорошая безопасность. Можно быть уверенным в своих инвестициях. Блокировка ликвидности и отказ от валидации. Чтобы сделать этот токен по-настоящему управляемым сообществом. Также давайте ознакомимся с токеномикой проекта Study Doggy. Study Doggy уверен в своей семье, как и все собаки. Все держатели Study Doggy будут разблокировать больше токенов на каждой транзакции, которая автоматически отправляется на кошелек. Также Study Doggy дефляцион, что очень важно и перспективно. 3% распределяется среди владельцев Study Doggy. 3% добавлю на пул ликвидности. 3% отправляется в маркетинговый кошелек, чтобы соответствовать амбициям токена. Также есть дорожная карта проекта. В дорожной карте указаны все цели проекта, которые он хочет реализовать. Это очень амбициозные цели, очень много целей он уже достиг, и цели, которые он хочет достичь, у нас указаны. Это очень важно. Также, как купить вообще Study Doggy? Мы можем покупать Study Doggy на PancakeSwap. Сейчас мы видим хорошую ликвидность. Объем за 24 часа 9 700 000 долларов. Стаканы по 100 000 долларов, что вверх, что вниз. Это хороший показатель. Вот как можно покупать проект Study Doggy. За 1 BNB мы можем покупать 7 500 000 000 токенов Study Doggy. Все очень просто и легко, поэтому, конечно, присоединяйтесь, чтобы быть максимально выгодной позиции при инвестировании. Также не забывайте присоединяться к Telegram, Twitter, Facebook, Telegram. Если у вас будут вопросы, всегда задавайте. Всем хорошего настроения и всем пока!